Здравствуйте. 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 А, разумеется, конечно. Все работает. Все красиво. Ну вот, например, там все вот эти стыки, я не знаю, там вот эти щели. Я вот полностью полагаюсь на вас. Я думаю, что все должно быть и в процессе эксплуатации тоже красиво и приятно. Так и будет. Покажите подсветки. Вы еще не видели? Нет. Обрамление на балконе посмотрите. Ой, вообще. Тут еще пошире, еще эффекта больше. Тут вообще интересно смотрится, да. С подлинным тоже нравится, как сочетается. И с плинтусом тоже вполне. Это же кухня, санузел. Надеюсь, да. Санузел. Очень интересно. А скажите, что с крышей случилось? Что за беда? Я в прошлый раз... Да, вот. Да. Они вообще были белые, я просто чуть-чуть подкрасил. Пока приедет, мы заменим ее. Во вторник, скажем. Да, тут уже. Она сама вот прям такая же, родная? Или... Ну, я заказал именно вот этой коллекции, которая она была. Я про то, что я знаю, что продаются отдельные крышки и не разного качества. Нет, она именно такая. Именно такая, да? Ну, все, отлично.
Потому что ну, все новые крышки хорошо подходят под имеющийся унитаз. Просто мы пытались остановить, что-то там ну, не совпадало. В общем, будет пропажа. А это так и здесь остается. Да, просто водой смывали. Да, она все смывается, это вот просто недавно. Проверяли, когда она будет? Она все, да, вот вытирается. Да. Проверяли. Хорошо, тоже мне нравится. Плитка, все красивенько. Не смотрите на мрачный, уютно. Столик такой просторный. Люка нет. Он есть здесь. Ну, в общем, я так хотела. Это мультимедийный, там спрятан модем. Если нужно перезагрузить, там вот есть электроавтомат отдельный. Вот это? Да. Это перезагружать модем? Да, модем перезагрузить. И здесь все подписано. Мне интересно посмотреть, как работают автоматы, которые мастер. Мастер выключателя. Можно здесь посмотреть? Мастер выключателя, здесь, да. Да? Угу. Да, здесь вот это в первую очередь. Вот этот малыш. А потом включают все, что было да, включено, да? Возвращают в обратное положение. Mm-hmm. Это так, кнопочка, всем спать. Mm-hmm. Да. Такая здесь у нас нет, по-моему, здесь да? Нет. И вот здесь. А, нет, еще не дали. Вот мне кажется, получилось как на картинке, да? Все подключено. Все подключили, да. Все, что возможно, но наш электрик подключил. Здесь сычка, видишь, снизу не зацепляешь. У меня есть. Да? Красиво. Красиво. А вот.
лучше фильтр надо, для питьевой. Он же и для обычной воды, и для фильтрованной. Кран? Да, да. Подключать. А фильтр, соответственно, к чему? Там есть снизу дополнительный выход под краном. Угу. Ну как, наверное, она же пойти. Она же как-то. Она разведена. А, разведена. Да. Здесь куплю даже готова знакомиться. На картинку похоже? Да все. Сам похож на картинку. Как в проекте, да? Да у нас все похоже, я считаю. Мы везде старались максимально придерживаться. Здесь только поменяли местами цвета. Еще, конечно. Да, выводы сделаны, панель теперь нужна. Панель, мебель, остальное. И обживаться. Нажали, выключился дисплей или совсем полный? Полностью выключился. То есть, чтобы он работал, не надо его выключать. Но вот сейчас он выключен. А сейчас выключен, да. То есть, если ничего не горит, значит, он выключает. Так, и здесь мы нам могли выключать. Чудесно. А кондиционер всегда не отпустит, да? Включаются у нас все выключатели, да? Да. А как сделать бра? Выключить свет, оставить только бра. Вот здесь? Ну, где-то все включатели.
Белых детей не взяли. Они порадуются. Чудесно, мне все нравится. Спасибо, ребята. Сергей, как вам новая линия подсветки? Отлично. Мы тут с потолочниками 2 дня голову ломали, как я сделала. Ну скажите, лучше получилось. Лучше получилось, да. Здесь вообще не прослеживается какая-то там... Помещение большое, геометрия. Да. Полотна-то имеют ограничения. Без стыка было бы, конечно, намного лучше вообще сделать, да? Но без стыка технология пока не позволяет раскрой полотна. Я про то, что здесь не видна асимметрия, и то, что что-то куда-то там немного отклоняется от центра. Это вычислить очень сложно, особенно в включенном виде. Просто эффект красивой линии. Да, неровную линию эффекта нет. Очень хорошо получилось. Осталось мебель, подсветки, которых не хватает. Да, ну это же, будет. Я так понимаю, что мебельщики смогут подключить, да? Конечно. Или выводы, да? Конечно, там же будет лента встроена. Там в нижнем шкафу что-то, они неправильно подключают. Да, они неправильно подключили. Мы сделали, да, наша лента сделала, все. Все работает теперь. А книгами доставится... Будет немножко путешествий. Я вообще просила здесь сбоку, но Женя сказала, что по технологии лучше там. Но все равно, наверное, будет эффект. Да, здесь плитку надо. А, кстати, еще ограничители хотели. Да, да, хорошо. Не установили, да? Почему установили? Здесь, да, когда дверь заменят. Вообще отлично. Такой мягенький, хороший. Да? Лучше, чем на полу, согласитесь? Полный крепче, не мешает совсем. И здесь есть, да, везде? Да, везде установили, где просили. Угу. Ой, все, супер, классное изобретение. Здесь все хорошо. Угу. И здесь, да? Подарок почему не вручил? Мне очень нравится. Да. Это покажется, что они еще провисают, я выйду. Да, не было. Вот вам. Здесь вся компания. Спасибо. Как на Формуле 1. В разные стороны. Да, будем поливать. Спасибо. Мы поздравляем вас с новосельем. Ну, долго картинка такая вот одинаковая, а красота, она потом быстро происходит, потому что самое долгое – это подготовительные все процессы, этапы, сделать все правильно для того, чтобы потом все держалось долго и не разваливалось, было качественно на самом деле. Это, конечно, да, требует времени, к сожалению, это именно сколько так. Сколько ребят там у вас гарантии? 2 года. 2 года, да? То есть, ну, давайте сейчас будем проверять. Ну, хорошо. Это хороший срок, чтобы работа показалась. Ну, материалы тоже, конечно. Из мелочей, получается, остаются двери и каждый. Да. А дверям что-то не затворили? Ну, месяц, да? Полтора месяца. Полностью прошло. Да. Ну, до конца сентября ожидаем? Ну, периодически буду узнавать. Кто в курсе, будем держаться. Может, это понять, в наличии есть, нет, то заказали. Они заказали, конечно, уже все заказано и оплачено уже все. То есть две двери, да? Есть? Да, две двери. Других ничего такого нет? Нет, нет. Посмотрите, можно, да, посмотрите все.
женщина. Вот единственная одна дверь была, которая вот в городские. Ну, говорю, что сейчас вот так, такой объем большой, и столько нюансов. У меня только общее впечатление. Я, конечно, верю, что все это качественно, красиво, но я думаю, что в процессе жизни мы тоже в этом только убедимся. Ну, все, еще раз поздравляем с новосельем. Спасибо. Вам спасибо.